Славянский район в области спорта много лет считается лидером в Краснодарском крае. Администрация Славянского района уделяет большое внимание тому, чтобы каждый житель имел возможность заниматься физической культурой и спортом. Наличие в районе хорошей материально-технической и спортивной базы позволяет решить самую важную задачу – приобщить юных славянцев к здоровому образу жизни. Это показательные выступления воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Кристалл». Именно с них началось торжественное открытие детских спортивных игр «Спорт против наркотиков». И действительно, с самого юного возраста надо приучать детей к спорту и здоровому образу жизни. Вообще, я считаю, это задача родителя – вовлечь ребенка в спорт как можно раньше. Мы за здоровый образ жизни, мы привлекаем детей к здоровому образу жизни, мы закаляем их, тренируем их. У нас танцевальный спорт, занимаемся танцами, но параллельно мы, конечно, приветствуем и вовлекаем разные и бег, и физические упражнения разнообразные. Я люблю заниматься спортом, я хочу быть здоровой, я хочу, чтобы все люди были здоровы. Чтобы быть здоровым, надо вести здоровый образ жизни, правильно питаться и делать с утра зарядку. На протяжении вот уже нескольких лет в Славянске на Кубани стало доброй традицией проводить детские спортивные игры «Спорт против наркотиков». 21 октября состоялся первый муниципальный этап. Посмотрите на лица детей, это им интересно, это здорово. Чем больше будут заниматься спортом, тем больше у нас будет здоровья, тем больше мы будем увлечены этим замечательным занятием, да? И, соответственно, быть здоровыми, крепкими, сильными. Спорт – это жизнь, здоровье. Занятия физической культурой делают людей сильными, крепкими, выносливыми. И взрослым и детям занятия спортом идут только на пользу. В здоровом теле – здоровый дух, считает участница соревнований София Коробко. Здоровому образу жизни отлично, как бы. Ну, нас в школе настраивают, постоянно говорят о наркотиках, то, что мы полностью против этого, только за здоровый образ жизни. ЗОЖ. Около 300 школьников города и района состязались в соревнованиях по дартсу, выявляли сильнейшего в эстафете, прыгали командой на скакалке. Наш район за здоровый образ жизни. Еще одно доказательство тому – детские спортивные игры «Спорт против наркотиков». Главная цель таких соревнований – донести до подростков, что спорт – альтернатива пагубным привычкам. И если посвящать свободное время занятиям спортом, то у подростков не будет ни времени, ни желания губить свое здоровье. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа «События».